Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». В прошлой статье я вам подробно объяснил, как отличить дифференциальный автомат от УЗО. А теперь мы поговорим о том, что же выбрать, что лучше, УЗО или диф-автомат. В данном видео я расскажу вам все плюсы и минусы этих двух устройств, а вы сами сделаете вывод. Итак, сравнение этих двух устройств я буду проводить по шести критериям. Итак, первый критерий – это занимаемое место в щитке. Этот критерий относится больше к тем, у кого в квартирном щитке мало свободного места. Лично у меня квартирный щиток небольшой, поэтому я всегда испытываю нехватку места для дополнительных устройств. То каждый УЗО необходимо защищать автоматическим выключателем. Соответственно, с каждым установленным в щитке УЗО будет дополнительно устанавливаться автоматический выключатель. А это еще один модуль занимаемого места в щитке. Если же вместо УЗО установить дифференциальный автомат, то можно сэкономить немного места в щитке. Второй критерий, который я хочу рассмотреть, это монтаж. Здесь я имею в виду простоту и скорость монтажа этих двух устройств. При подключении связки автомат плюс УЗО нам необходимо фазу сначала подключить на автоматический выключатель, с автоматического выключателя сделать перемычку на вход УЗО. Вот. Ноль сразу же подключаем на УЗО. Так, в дифференциальном же автомате мы сразу же подключаем и фазу, и ноль на вход дифференциального автомата. Таким образом, при использовании диф-автоматов значительно упрощается внутренний монтаж щитков, что, я считаю, является значительным плюсом. Так, третий критерий – это эксплуатация. Предположим, что в один прекрасный день у нас сработало УЗО. Соответственно, мы сразу делаем вывод, что в этой линии электропроводки произошло повреждение в виде утечки, которое привело к его срабатыванию. Если же в этой линии отключился автоматический выключатель, то вывод здесь очевиден. В линии нагрузки у нас произошло короткое замыкание или перегруз. Ищем причину и устраняем ее. Рассмотрим этот же случай, только с применением дифференциального автомата. При его отключении причина отключения не ясна, так как это может быть как утечка, так и короткое замыкание или перегруз. Соответственно, для определения и отыскания причины срабатывания в данном случае с диф-автоматом уйдет чуть больше времени. В данном критерии победу можно отдать УЗО. Четвертый критерий, который мы рассмотрим, это цена. Вдаваться в прайсы всех производителей я не буду, а приведу цены на примере торговой марки ИЭК. Кстати, в одном из комментариев люди пишут, что ИЭК — это китайская марка, ненадежная. Могу немножко опровергнуть это решение. Во-первых, ИЭК — это российская торговая марка. Во-вторых, она очень конкурентоспособна. Цены на эти устройства недорогие, но надежность при этом не страдает. В данном случае цена на диф-автомат, на данный диф-автомат АВДТ-32 на 16 ампер составляет 600 рублей. УЗО. Цена на УЗО ВД-163 16 ампер 30 миллиампер составляет тоже 600 рублей. И стоимость автоматического выключателя на 16 ампер ВА-4729 составляет всего 35 рублей.
В данном пункте преимуществ по ценам я не вижу, хотя у других производителей цены могут значительно отличаться. Стоимость замены и выход из строя устройств. Это пятый критерий, который мы рассмотрим. Он плавно вытекает из предыдущего. Так, все вы знаете, что любое электрооборудование имеет определенный срок службы и со временем эксплуатации может выйти из строя. Предположим, что по некоторым причинам вышло из строя УЗО или автоматический выключатель. То есть устройство имеет какое-либо внутреннее повреждение, их необходимо заменить. Производим замену сгоревшего УЗО или автоматического выключателя и продолжаем работать. А вот если из строя вышел дифференциальный автомат, например, при проверке первичным током, тепловой расцепитель отключает нагрузку с выдержкой времени больше, чем положено по заводской время токовой характеристики. А вот элемент УЗО при проверке кнопкой «Тест» прошло успешно. В таком случае все равно нужно менять весь аппарат. А это по финансам гораздо затратнее, чем поменять отдельное устройство, например, вот автомат. Мы бы его заменили, он стоит всего 35 рублей, и продолжили работать. И последний критерий, который мы рассмотрим сегодня, это надежность. Бытует такое мнение, что любое комбинированное устройство, в нашем случае это дифференциальный автомат, содержит все функции и аппарата защиты, и устройства защитного отключения, имеет меньшую надежность, чем отдельные устройства, которые предназначены для определенной цели. Скажу сразу, я не согласен с таким мнением, так как при проверках как УЗО, так и диф-автоматов, примерно одинаковый процент не проходит проверку. Явных отличий по отказам я не встречал в своей практике. Скорее всего, это опять же можно отнести к производителю. У одних производителей процент отказов у диф-автоматов может быть больше, у других производителей может быть процент отказов при проверке УЗО может быть больше. Можно и дальше сравнивать достоинства и недостатки УЗО и диф-автомата. Но я остановлюсь на этих шести критериях. Остальное можно обсудить в комментариях. В этом видеоролике я не навязываю свое мнение в сторону УЗО или диф-автомата. Делайте выводы самостоятельно, согласно вышесказанному. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика».